Рабани, поздравляю, первый хит-трик на турнире, у тебя единственного есть этот хит-трик, ты сегодня проявил себя невероятно. Расскажи, пожалуйста, как тебе удался второй тайм, потому что во втором тайме твоя команда полностью перевернула игру. Прежде всего, хочу поблагодарить Белорусскую футбольную ассоциацию за то, что пригласил нас на этот турнир, который проводит ежегодно. Этот хит-трик, который я сегодня сделал, мы хорошенько готовились к этому матчу. Мы ожидали, что будет нам сложно, но мы выбрались из этой ситуации. Очень эмоциональное празднование в вашей команде. Они практически весь турнир, вас за эти три игровых дня вы всей командой празднуете. Откуда вот эта атмосфера в команде и чему вы обычно посвящаете голы? Я хочу посвятить вот эти три гола, во-первых, своей семье, а то, что мы делаем, это от души идет, само по себе идет. Мы это не планируем, мы это так делаем.